Так, гороскоп для стрельцов. Для стрельцов на август 2022 года. Что ожидает стрельцов? Так, значит, мне показывают Баба-Яга, которая идет в таком темном-темном лесу, такие дебри. И в этих дебрях она несет, значит, несет на себе какую-то кошелку, такую большую кошелку. Вот, и эта кошелка такая, ну, тоже старая, такая ветхая, и вот она выбирается из этих вот этих дебри, выбирается, старается выбраться. Все в темном цвете, таком неприятном. Вот это вот Баба-Яга из детских сказок. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы сами себя загнали в какие-то дебри, в такие, что вы не можете вылезти оттуда. Вот. Но выходить-то все равно придется, понимаете? Вот. И вы туда попали сами, сделав определенные поступки, необдуманные, что-то где-то сказали, с кем-то что-то поругались, и, короче, влезли в это вот, в эти дебри. Вот, как говорится, без попутов. Вот, Баба-Яга и без попутов. Но ничего страшного, из самой сложной, плохой ситуации можно выйти. Всегда можно найти выход, попросить прощения и прекратить лазить по вот этим дебрям. Вот, просто обратитесь к себе и подумайте, что же вы сделали не так, почему человек на вас обиделся, или почему там на работе развернулась ситуация в такую сторону, а не ту, которую ты считаешь нужным, оно должно быть. Потому что ты сам виноват, то, что сам себе устроил такую засаду. Так что всем удачи, дерзайте, выход есть всегда.